«Материнский капитал» – самая популярная и известная программа национального проекта «Демография». Женщины могут получить средства на первенца, родившегося или усыновленного с 1 января 2020 года, а также на второго ребенка, появившегося на свет или усыновленного с 1 января 2007 года. Мужчина также имеет право получить сертификат на мат-капитал, если он единственный родитель или усыновитель приемного ребенка. Сертификат на материнский капитал выдается по факту рождения ребенка. В случае, если в личном кабинете на портале госуслуг его нет, надо обратиться в Социальный фонд России. Выплата предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», пишет телеграм-канал Кировского района Самары. Самарцы могут получить социальную поддержку по бесплатному зубопротезированию. Такой льготой могут воспользоваться ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда и реабилитированные лица. Заявление на получение услуги можно подать через портал госуслуг. Для этого необходимо авторизоваться на портале и найти услугу, набрав в строке поиска слово «зубопротезирование». После заполнения заявления нужно загрузить скан или фото удостоверения, подтверждающего право на льготы, сообщает телеграм-канал администрации промышленного района. Департамент транспорта в своем телеграм-канале рассказывает о людях, именами которых названы улицы Самары. В городе много улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, ученых, а также людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Улица Академика Павлова находится в Октябрьском районе города. Начинается от улицы Академика Платонова, проходит параллельно улице Новосадовой и заканчивается улицей Гастелло. Ориентировочная дата появления на карте Самары – вторая половина 1920-х годов. До 1938 года называлась «Вторая улица Мечникова». Иван Петрович Павлов – русский советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности физиологической школы, лауреат Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. Именем Павлова названы географические объекты, медицинские и образовательные учреждения, даже кратер на обратной стороне Луны.